Hey, yo, guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Blasphemous, или Грешник. Так, короче, я там сдох, нужно вернуться немножко. Немножко вернуться за своими останками. И теперь можно, так сказать, с чистой душой. Да. Идти сюда. Ты до верха не доезжаешь, да? Да. Не знаю, что это за челик. Почему он кидает какой-то странный крест? О, ни хрена себе. Я могу. Так, отлично. Запустим, чтобы работало. Я могу, в принципе, подняться, сохраниться, но смысл, если я тут пока что ничего так не теряю. Плохое предчувствие. Ну ладно, ударю, ударю. Уговорил. Ладно, сюда тогда вернемся. Да, мы еще вернемся. Сюда мне не подняться. Здесь, скорее всего, будут. Где мои? О, мужик с колоколом. Здоров. Ну да, я типа подлетаю. Если бы я мог это еще сам делать. А тогда все, он безопасный. Тогда это все дело безопасное. Я помню, сколько у меня было проблем с этим челиком. Ну, теперь все разрешилось. Так, сейчас спрыгнуть. А хотя нет, если я спрыгну, я тут не останусь. Давай еще раз. Хорошо. Ага. Отлично. Куда это пойдем хотя бы? Ясно, неважно. Идем дальше. Идем чисто пока что вправо. Ага, на время. Норма. Я освободил то, что мне нужно было. Тогда бы я просто сдох, на самом деле. Так, подожди, может... А, так я сюда тогда приду. С другой стороны. Окей, запомнил. Вообще посрать. Игра на самом деле не очень такая же сложная. Как сказать? Ну, такое на самом деле, среднее.
Обожаю. Обожаю незамысловатый, так сказать, смерти. Не, на самом деле я все равно трачу только скорость. Блин, ну это минус деньги. Да, вот такие смерти опасны, что моя внутренняя энергия тратится. Давай, ко мне. Сейчас туда поедем снова. Я вот не знаю, либо снова поехать туда, но потом как я буду обратно возвращаться. Хотя я могу просто сдохнуть, потом просто все грехи свои сбросить. Это один из наилучших сейчас вариантов. На самом деле. Которым, может быть, я и воспользуюсь. Так, здесь у нас пойдем наверх. Давай лучше вниз. Чтоб я знал, что у нас внизу. Так, а внизу у нас еще один проход вниз. Позвонок летящего лингвиста. Когда в Кастору звонок колокол, его звук обязан своим происхождением лингвистику. Этот летящий, как я его увидел, этот летящий так и не увидел завершения труда своей жизни. Колокола Хонда. Подождите, мне нужно понять, куда мне реально идти, потому что здесь сейчас довольно сложно все мутиться. Давайте тогда лучше сюда, так как мне все равно за грехом идти. Хорошо. Хил. У меня осталась одна банка. Будет сейчас обидно, конечно, если я снова сдохну. Ой-ой, тихо. Я понял. Нужно подождать, пока он вернется. Я подумал, что тут одна сплошная, типа, есть я только. Оказывается, нифига. Вот что здесь. Тут сердце. Сердце священного очищения. Сердце меча, освященное страстными молитвами, можно вставить в миокульта. Увеличит количество собираемых душ, да? Слез. Искупление, но не позволяет использовать склянки. Серьезно? Говорят, это каменная статуя, покрытая цветочными лепестками. Когда-то была девушка, которая измучена глубоким чувством вины. Проткнула свою грудь.
статуэткой отца нашего и взвалила к нему Окарин. Чудо явило себе в статуэтке отца и проросло в тело ее широким и длинным лезвием, прекрасным мечом, пронзившее сердце ее и обратившее тело ее в камень. Этот меч назвали Миокульта, моя вина, ибо таковой был последнее слово девушки. А мы помним с вами, да? Это было. Я, в принципе, могу сдохнуть, начать хуй знает откуда. Так как, в принципе, я могу потом вернуться и очистить себя от грехов. Если вдруг мне это понадобится. Жемчужина у нас уже все сломато. Поэтому от нее я не вижу толку. Или нормально. А, не, нормально. Хм. Я прошел и так. Так, вот только сейчас будет опасно это возвращаться. Возвращаться, да, будет немножко тяжко. Ладно. Но зато, если вдруг погибну, я буду знать, куда мне идти. Он просто спрыгнул. Ага, а здесь? Ой-ой-ой. Здесь нужно быстро делать все. Ну или не очень. Ай-яй. Так, что у нас? Так, пучок розмарина, пучок ароматной трав, которые до недавнего времени часто встречались в лесу на священной пути. На сегодня ценность этих трав из-за редкости очень возрос. Особенно для тех, кто обладает целительными способностями. А, ну стой. Розмарина. Так это уже было, нет? Признание Тирса, часть пятая. Собравшись наблюдавшим феноменом, смотрели в изумлении и страхе. И только одна из сестер, которая стояла на коленях рядом со мной, без страха заразиться облабызала, одну из кошмарных язв юноши, вызванной болезнью. И рана начала закрываться. Братья же упали в слезах на колени и приняли истово молиться. Не-е-е. Я сейчас чисто сам себе, да, побил. Найс. Окей. А теперь мне нужно сюда выбираться. Так, только как это провернуть? Ладно, пока что нормально проворачиваю. Только мне нужно вернуться в самое начало, желательно, чтобы восстановить себе ХП. Так, там я вижу, что закрутилось, завертелось. А, ну цепь сломалась, все отлично. Я могу, знаете, как сделать? Просто упасть сюда. Потому что что? Правильно, я все равно начну сверху. Ну ладно. И так сойдет. Интересно, здесь будет босс? Или же нет?
Добро. Добро, добро, добро. Так, ладно, хп у меня почти полное. Спускаемся вниз, идем теперь он ли вправо, да? Лево, влево. Теперь в эту сторону. Ну что, ребята, давайте. Сейчас вы объединим. Бац, бац. В смысле ты вышел? Спрыгнет нормально. Отлично. Так, три хилки. Это вполне достаточно. Ай-яй-яй. Туда я еще поднимусь. Хоп. Позвонок картежника Иона. Многие считали, что судьба известного картежника Иона фон Гармарандидзе направляет высшая воля. В тот день, когда закончилась его удача, оборвалась и его жизнь. Найс, 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 найс. Спокойся, покойся. Со своей судьбой. Отлично. Зым-зым-зым. Если так, то я могу просто спрыгнуть вниз, да, и все не морочится. Блин, мне опять защищать только его придется. Ах. Хотя я могу быстро пробежать через них. Да и не драться с ними. Так, я думаю, будет намного быстрее. Ладно. О, стойте, а я отхилился? А, я ж подобрал статуэтку свою. Точно. Ладно. Так, что это у нас тут? Пустой сосуд. Изи. Пустой сосуд, это хорошо. Пустым сосудом я могу себе восполнить одну единицу. Еще одну бутылку хп. О, найс. Изи.
Так, подожди, я там точно не было больше ничего? Мне кажется, иллюзорных стен тут не так уж много. Мне все равно нужно научиться летать. Ха. Я понял, короче, как тут делается. И чё ты не это? Ладно. О! Найс. Так, и здесь лучше отхилиться. И сломаться. Угу. А, так ты еще ходить умеешь? Нахрена себе. Тут информация новая. Он двигаться может, он бегать может. Так, нет, здесь я лучше пойду вниз. И сюда. Ха. А-а-а. Блин, не, нужно, короче, ждать, пока это доедет. А это пускай катается. Угу. Мне нужно вот это, чтобы она на середине была. Бля. О, все, вот это идеально. Найс. И что я получаю? Еще один из нити. И то же самое. Ладно. Типа что-то дали. Не знаю, зачем мне эти нити. Единственное, что меня смущает, это эти нитки. Ну, вы поняли. Снова это растение непонятное, из-за которого, по идее, должно процвести, наверное, и чтобы я смог пройти дальше.
Nice. Не, я не достаю. А если наверх? Так, ну это старику. Катушка. А-а-а. Там еще младенец. Так, ладно, катушку я запустил. Спущусь вниз. Пойду в эту сторону теперь. Колокол мне по-любому, да, нужно ударить. Колокол мне по-любому нужно ударить. Ладно, на всякий случай. Фиг его знает, что будет. Большой здесь, да, был у нас? Где был большой колокол? Кажется, я потерялся. Где огромный колокол был? Пойди здесь, так? Ой, блядь, начинается. Ладно, давайте на этот колокол продолжим. Все. Я нашел этот сраный колокол. Походу этого не нужно было делать. Найс. А я еще плюс сохранился. О да, это стон. Доносится из самых глубин этого места. Разносится по спирали, становится громче, и он собирает эхо, окажется среди бронзовых барельефов. Плащ трех переплетенных грудорожденных от единого раскаяния, единой скорби. Свет едва ли падает сюда, лишь холод царит тут и стон. Да. Кажись, я в дерьме. И я плюс еще при этом сохранился. Найс. И сколько мне подниматься наверх? Хонда. Я в самом низу. Теперь мне с самого низа нужно ехать, идти на самый верх. Ёбаный в рот. Ладно, давайте тогда поднимусь туда и мы продолжим. Ладно, это оказалось на самом деле не очень так уж и долго. Я пошел по другому пути. Только мне теперь тележку очень долго ждать, пока она сюда обратно поедет. Вот единственное, о чем я сейчас думаю, а если я сейчас упаду? Вот. Ладно, не рискую. Что тут? Еще один пустой сосуд. Найс. Где тележка? Тележка. Сейчас старика будем катать. О, ты есть ответ на мои молитвы. Орден благодарен за твою помощь. Мне здесь нечего более делать. Ступай с отца, о Кащейся. Четвертый палец ноги. А, четвертый палец ноги из известняка. Палец ноги от статуи первого босонового паломника. Четвертый палец хоронил память о его
напарники, дабы не забыли, не забылись лучшие времена. Снижает время восстановления после уклонения. Наконец, сказал он, истинно коленопоклонительный паломник. Всего ходил один. Только дорога в одиночестве даст ему время на раздумье и понимание того, что это значит быть паломником в стране чуда. Ибо такой наш устав. Потом он поднялся и долго смотрел наверх на всех нас, а мы молчали. А потом он ушел, и мы никогда его больше не видели. Ну, слушайте, а что у меня там за улучшение хотя бы? Я уже не помню. У меня вот это стоит. О, несколько увеличивает защиту. Дает своему этому носителю защиту от магических атак. Ну, блин, такое нормально. Сейф очень далеко, поэтому пойду дальше вправо. Хотя, если я вдруг сдохну... Ну, вряд ли я уже обратно пойду. Интересно, что будет, если их всех собрать. Кости я то, может быть, со временем то и соберу. Что? Подожди. Я смотрю просто, что он сам по себе бьет. Это очень странно. Ай. Так, сушеная гвоздика. Редкая ароматичная специя из дальнего стран. Торговые караваны перестали ходить по этим каменным дорогам еще давно, и она стала истинной редкостью. В прошлом гвоздика высоко ценилась за ее сильное действие в составе приправ и мазей. Это больше не слухи. Болезнь подобралась до Альберо. Без предупреждения, вспышка и внезапная кара чуда, о которой так много говорили, началась с юноши, который прибыл в нашу маленькую общину. Полный страх и вопрошающий, что же за непростительный грех его повлек за собой такое наказание. Ибо он меня еще и задел. И скажу, не очень так. Ух ты ж. Не так уж и слабо. Окей, так, у нас теперь очень много вариантов, куда идти. На самом деле, я сюда пошел. Но там возвращаться столько. Ну, давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.